Здравствуйте, с вами Елена и добрые рецепты. Давайте приготовим традиционную русскую кашу из гречки с грибами. Мелко нарезаем лук. И морковь тоже мелко нарезаем. Произвольно нарезаем грибы. Можно их нарезать мелкими кусочками, а можно вот такими для красоты. Мне больше нравится нарезать их меленько. Так вкуснее. Можно оставить немножко грибов, нарезанных вот таким образом, и обжарить их отдельно, а потом украсить готовую кашу. Нагреваем в сковородке растительное масло и выкладываем лук и морковь. Обжариваем их вместе пару минут. Теперь добавляем нарезанные грибы и обжариваем их вместе с морковью и луком еще минут 5 на большом огне. Убавляем огонь до маленького, добавляем гречку. Кстати, рекомендую посмотреть еще один рецепт с гречкой и грибами. Постный суп. Тоже очень вкусно и просто. Добавляем соль по вкусу. Добавляем сушеную зелень петрушки. И заливаем все это горячей водой. Теперь закрываем кашу крышкой и тушим на маленьком огне 5 минут. Через 5 минут огонь выключаем и ждем еще 10 минут, чтобы гречка полностью впитала в себя воду. Гречневая каша с грибами готова. Приятного аппетита!